Привет всем, вы на канале Бер и Гейм. Мы продолжаем проходить мод к Far Cry Мата 3. Остановились мы с вами вот в этом вот месте, вот эти рычажки, помните, да, в прошлой серии у нас были, и у нас случился опять баг, после чего мы упали, да, в общем, в воду куда-то. Как там пройти? Вот здесь пройти? А здесь... где он баг был? Где баг с Банни? То есть нам писали в комментариях, что можно как-то пройти его, обойти. Ну и пойдем, я обойдем. Я правильно иду, наверное? Давай по стеночке пойдем. А мы по стеночке, а мы по стеночке пойдем. А мы по кунечке, по кунечке. Ну уже. А где баг? А где он был? Подожди, нам... Говорили про вентиляцию, может быть нам... Ещё. А не надо брать. А не надо, да? Хорошо. Так, давайте попробуем через вентиляцию пройти. А не ты... хочу я никаких багов. А вот здесь, по-моему, мы сюда и упали. Да что такое? Ладно, пробуем. Так, прыжок. Здесь у нас что? Shift и прыжок. Shift. И бегижок. Лежок. Сначала прыжу. Что такое? А, это мы запрыгнули, какой-то глюк был. Зашибись. Это он за что-то здесь цепляется, не могу... А вот за эту фигню он цепляется, походу. Так, присаживаемся и ползем по трубе. Садим, паста. Главное, поддавить чуть-чуть. Ой, ну за... Жека. А чё, ты не пойдёшь, что ли? Не пойдёт. Пойдет. Еще бы он не пошел. Давай, иди. Пошел. О, паучок. Паучок, дай муху. Поделись, мы не ели уже 3 серии. Вот придумали-то, а, баги там придумали всякие. Зачем? Чтоб труднее было играть. Так Прошу вроде тебя. Сделали полегче, да? Проходим, играем. Ну давайте. Ну, добавили багов. Вот здесь мы что-то... По-моему, с вентиляцией упали куда-то прямо в дыру. Нет, мы с вентиляцией никуда не могли упасть. Что-то хмельно ты делал. Быстрее, крикли. Паста. А, можно встать, но он сам присаживается. Да? А как мы сюда заберемся? Чё ты присаживайся, кепка? Фу, даже заодно зашиби. Там развилка идет, представляешь? Ну хорошо. Куда нам идти? Вот здесь какой-то проход. Сейчас вниз пойдем. А зачем нам вниз? Нам вниз не надо. Хорошо, пойдем в другой тогда проход. А там есть? Вот он. Ну что вы здесь ходов-то наделали? Етицкая сила! Вот я уже вижу какие-то контейнеры. Да? Что это такое за место? Иди, труба. Труба, да? Вон там горшок. Никого. А вот и цель здесь. О, пойдем в контейнер. Подохнем. Ну встань ты, Джек, не ну пойду, что? Не хочет вставать. Вот сюда иди. Ой. Ай. Тихо. Чё они такие осторожные? Да потому что меня, походу, спалили. Нет, уже. Они бы уже стреляли. Спалили. А ты гранатку кинем нахер туда. Не идет? Ты слышишь? Блин, их там много. Облом. Ёб твою налево, ну кабдец. Глухие дураки. Гранатки есть у нас? Есть 6 штук. Только не кидай, вот в себя кинем. Мы его потеряли. Да вы не видели. Вот именно. Вы не видели. Чего? Куда дальше? Все. Запасли. Сзади, а не сзади. Ну раз уж мы здесь. Сзади. Там. Отсоси. Сам не хочу. Я убью тебя. Нычка. Слушай, ты! Тихо, там еще 10 штук. Не иди на. Дай аптечку-то, паскуда. О, есть, зашибись, что-то взяли. Не, я свистнул аж. Денег не будет.
Шутка. У них. У них тоже денег нет. И Бенни. Где Билли? Горшок. Гнида где? Он всегда все видит, у него глаз алма. Так. Тихо. Перезарядка. Да паскуда, ну где ты, а? Покажи свой. Все. Какой-то очень умный туда-сюда бегает. Нам нужна аптечка. Вон она лежит. Все, я надеюсь, что мы прошли это баговое место. Потому что здесь вроде уже... Цель там обойти уже надо. Где у нас чип? Вот это, да. Ты слышишь? Тихо. Перезарядочка. Успел убить. А дерьмо. Пересказал он. Дристанув перед смертью. Ой, что это такое? Дерьмо, темно, да лучше туда не иди, там все плохо. Вообще, я думала, какая-то пропасть. Сень, ты же. Придумали же. Сень. О, нам крутить по-любому шнягу. Так, выходим и идем потихонечку. Я в твою тень стрелять начала. На задний рычажок выключает пар. Да, сзади. Можешь рычаг подвинуть? Ой, рычаг подвинуть, покрутить. Не, винитель, а что ты не крутишься? Вини. Ага, вот что нам делать. Сохранение игры было. Ну и чё? Чё ты трещишь здесь? Пойдем тогда. Потрескивая. Мы что-то открыли. Мы опустили рычаг, да? Что-то открылось. Что у нас могло открыть? А, там были какие-то ворота большие, может они открылись? А как эти мудаки здесь появились? А мы пока уникли, покойники. Ух ты, паскуда. То есть вы покойнички, покойнички. Нихера себе, ты заорал, это сумасшедший. Я его напугала. Поворот на 180 градусов. Красота. Жесть. Что такое? Это ФК, я не узнаю его. Ребят, надо... Отстань ты, Джек, ну что ты там? Чичи пижми. Ему так нравится сидеть вообще. Да. Я понимаю, да, что так удобно. Что такое? Куда надо? Муж ворота есть, ты говоришь, открыли ворота, и там что-то ворота. Сколько цепей? Ну те ворота сзади. Сзади, не те, вон те. Подожди, это не ворота, что ли? Чё надо-то? Вот эти двери, может, откроются. О, а здесь мы не были. А здесь мы не были. Вот, значит, куда-то сюда. Арм, Магеддон. Давай, забирай, ничего. Все, подсобрали, что смогли. Ты слышал? О, лифт. Ну, поедем. Какая миссия-то у нас есть? Может, все-таки правильно? Путь под вас свободен, попытайся пробиться ко второму зданию. Пробьемся. Может быть, мы все-таки правильно идем? Кто это было? Мы. Граната. Это мы их ослепили. Давай. Вот это сюрприз. Сюрприз! И только вот он плох для нас, сюрприз это. Живой. О, нет, не живой. Броня, забирай броню, лежит броня. Подбирай. А чё, это фонарик, может, выключим? Нахер нужно? Думаю, чё так светло? Что? Не, я по-любому туда, да. Да, что-то у вас маловато было. ВС. Пи-пи! Пи-пи!
Че это такое? Джек, тебе видно? Ой, че это мы такие разные? Тебе там видно. Давно зеркало никто не протирал, видимо. Какое-то оно все. Ох, как хорошо. Здесь что? Как каракара. Что это было? Что это было? Это твоя смерть пришла сюда. Мудаки, я же вас вспышку усмы как бегает по мне. Блин, гранат, как переключать на? Ребят, у вас там что, сексуальная революция, что это, мочить? Это... Еще есть? Прошли. Мы вот в этом месте, где точка как раз находится. Куда нет, нам пока идти? Не здесь, Макать, мы не здесь, вон туда надо идти. Ну подожди, не в стену, вон туда иди. Или вот сюда куда-то, где там эта цель. Найдем. Пока нет, не нашли, значит, карта доступа нужна, что это такое. Ключи. Кровавые стены, что это, мясо? Мясо, свининку любите, ах, ваганы. О, оранжерея. Да зачем, не надо, не тратить, это свиньи. О, о, можно сюда пройти, смотри. Сейчас я подохну. Через дверь. Пошли вот сюда. Свининка! Нет, не, как ты можешь видеть, Шнягин? Ой, что за глюки? Ой. Прямо в пупок. Ты жив? Значит, там еще кто-то есть. Может, о! Может, там карта есть? Опанзы! Опанзы! Все, что здесь есть, конечно, все. Вот здесь и карту мы возьмем. Да? Походи, что-нибудь пошаруди, да? Ну где карта-то? Че не разрушай? Нету карты, смотри. А цель где-то рядом. Микроскоп. Стратоскоп. Вот здесь цель, наверное. Чего? Ух ты, ёпта, наверное, гранату надо найти. Ой, гранату. Взрывчатку, да. А где её выдать? Чтобы вставить карточку? А где мы её вы... Мы не знаем. В дверях козлина сидит. Мы найдем тебя. Да, паста. Да-да-да. Ах ты гнида! Спрятался! Доктори! Ой, ну ладно тебе. Вот у него должна быть карточка, вот, вот карточка. Там, где карточка, будет взрывчатка. Да. Там, где будет взрывчатка, мы сможем открыть дверь, да? Поехали. Вот она. Че здесь? Зарядочка. Вот она. Взяли. Все, взяли взрывчатку, идем. Где у нас там? Вот дверь. Взрывай и убегаем. Быстрее. Бежим обратно. Вот это дыра. Ой, дверь пробили. Класс. Видимо, по-другому было никак. Сохранение, пожалуйста. Мы справились, мы вышли отсюда. А без куда? Багов сегодня пока что. Да, сохрани, давайте. Сука, иди, тайны. Запрыгнет хреноч. Ни хрена. А, нет, значит, какая-то вот сюда. Звёздочки, темнота, когда день-то? О, нихера уродцы. Так, тир. А вы меня дураки не можете... Дураки, сами же подставляетесь, ну чё вы? А в меня не могли попасть они? Ага, не могли. Нам туда. Я знаю, куда нам, просто я смотрю. И что, здесь ничего? И не надо. И не надо, шоколада. Ран, мне показалось, я что-то слышал. Эй, ты, покажи на рубашке! Чего? Чего у тебя рука как-то назад загнулась, как без моей? Сюда не зайти, только вот сюда остается. Пойдем.
Ой, наконец-то что-то сильное попалось. Ты жив. Броня. Второй раз голову. Ребят, вы вообще что? Наверное, вам... То есть, кто нас смотрит, неинтересно смотреть. Все время выигрываем. Да, что смотреть? Ох, нравилось, когда мы проигрывали. Когда ругались, да. Прям злые такие. На разработчиков ругались, да? Ну, еще... Тихо, смотри, тихо. Что это делает, бегает. Конечно, бегает. Когда эти уточки собирать, это вообще сумасшествие. Хоть пустые были. Ух ты. Нихера ты, мудак. Перезаряжаемся. Ну ты, мудозвон, сильный какой. Наконец-то, что хоть кто-то сильный. Чё здесь? Что это было? Ще. Смерть. Вон там сбоку. Ой, зашибись, аптечку в темноте заныкали. Аптечка в ночи! Вот сюда нам. Тихо-тихо, назад, сверху ходит. И сбоку. Еще один. Вовремя я перезарядил. Блин, две последние. Слушай, ты чё, вообще что? Ты профессионал Дефой! Слушай, да ничего, никакой профессион. Ко мне ты идёшь, это твои руки там на мышке и клавиатуре. Ну а чьи ещё? Неинтересно, да, смотри, как проходим. Так я говорю, это виртуозы, виртуозка! Это еще только начало. Ну да. Я готовлюсь к худшему. Я репетирую. Какая же это репетиция. Так, куда мы зашли вообще? Что это за место? Ты на месте. Связь с нами будет потянет. Ты знаешь, что надо делать. Удачи. Ну что, всех бить? Давай здесь что-нибудь поищем. Ищи здесь что-нибудь. Вот она, шняга, нет? Нет. 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 Пришли вот оттуда. Значит, вот сюда. Тоже. Большой лифт, да? Лифт? Сохранись. Лифт. Поехали вниз. Ну, поехали вниз. Какой лифт интересный, да? У нас тут трайгины, интересно, будут? Эти ракетчики. Вот это будет хорошо. Будем дохнуть, а вы будете смеяться. О. Что так медленно? Война летит, Кэть! Куда ты стреляешь? Ты чё, мудак, живешь? Тихо. Патронака нахер. Зайди обратно. Типа это баг такой? Нет, это замедленная съемка. Крутость, да? Да. Ты меня убила! Сидел в этом, в ящике. Да вот бы нам замедление включать, мы будем всех быстро убивать. Сидел в ящике, конец, играл в ящик и сам Ну, Джек! Я же так хорошо играла, а ты в заставке умудрился сдохнуть. У него бронежилет. Мы прошли Far Cry. Ну он же по-любому будет живой, правильно? Чего? Это, наверное, прикол какой-нибудь. Это что, шутка пельмени, что ли? Это все или не все? Я не понимаю.
Я не понимаю. Я не знаю, что делать. Прощаться нам или что? Ладно, есть еще четвертая часть, мы в нее тоже сыграем. Блин, хорошая музыка играет, качество вокала хорошо. Слушайте, вы серьезно? Это прям вот все, что все, что было? Что за тема играть? Капец, надо найти музыку так. Все нахрен, конец. Видимо, вот так самый закончу. Короткий мод какой-то, да? Жесть, неожиданность. Ничего, у нас есть четвертая часть, мы начнем четвертую часть следующей серии, так что все ништяк. Тогда мы здесь и закончим. Вот такая, значит, вот это. Третья серия. Чуть-чуть выпил еще, и бывает тормоза. Что это такое? Я даже не буду там прощаться, я не буду говорить там свое мнение об игре, потому что это буквально было, ну что это, две серии, это что, игра? Не знаю, тогда будем ждать следующего, наверное, мода, да, этого, который там идет. Может быть, его как-то оживят там или что там будет. У него бронежилет был, не знаю, как он его пробил, ну. И кто это вообще был? С пистолетиком, с обычным, да? Нас из автомата не могли пострелить. Не знаю, как-то. Как-то это все не. Смотри, какие карты большие. Как-то это все неправильно. Опа, Анзи, что это такое? Не, ну вроде все, субтитры же идут. Самый короткий, жесть, это как. Да, самый короткий мод вообще. И самый легкий, и самый короткий. И самый неожиданный вообще. На проигрыше как-то я не привыкла, чтобы мы прощались, поэтому мы ждем продолжения, наверное, все-таки. Ну, sound, а это звук. Стрингер. Ну, в общем, вот тогда все, делали, все но тогда здесь закончим нахрен. Следующая часть есть, поиграем, посмотрим, что там дальше. А вы говорили, тут много багов будет. Ну куда они сюда их вместят? Все, здесь закончим. Подписка на канал, все, пойди, пока, так, комментируй, ставь лайк, всем удачи, пока.